Мы только начали этот путь для города Назарово. И впереди еще и куча совещаний, и планов, и расчетов. И все это нужно будет сопоставлять. Вот сейчас мы после этого совещания получим протокол и начнем работать. Да не дожидаясь, начнем работать. Письма писать, о которых сказал Николай Валерьевич, обращения готовить. С компанией СОИК начнем выстраивать взаимодействие в этом ключе. Но вы же понимаете, что это завязано на многое. И на объемы, и на логистику, на все, на все. И потом надо будет просчитать, а что это будет стоить. Если это будет стоить дороже, чем, как мы с вами сможем убедить бабушку и дедушку, которая из пенсии купила там машину угля, а он оказался там дороже, либо не такой качественный, как это. То есть нюансов много.